Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Седьмой день, забираю я древесину. Так, теперь давай посмотрим, что у нас тут. Беззубик, что принес? Рыбу. Лучше бы ты мне дал вот это вот копье, чем эту рыбу. Так, посмотрим, что у нас по событиям. Ребята, подготовка, воздушный дозор. Осталось один день, 5 часов. Интересно, я успею пройти его? Ну, дай-ка гляну хотя бы. Длинное это событие или короткое? Так, это событие короткое. Значит, сегодня мы его и пройдем. Замечательно. Так, а пока я заберу, наверное... О, 20 руночек. Спасибо. Так, лети за рыбой. Этот что-то у нас стоит, ничего не делает. Так, тебе за древесиной. С этими разберемся чуть-чуть попозже. Что у нас в магазине есть? Так, отказываемся от выгодного предложения. Ничего нету. Значит, ничего брать мы и не будем. Так, спасибо за соточку железа. Так, 669, сколько ты там требуешь? А, ты за древесину настолько пахаешь. Так, тебя за рыбой отправим. Так, а кто же у нас там? Ты вроде бы, да? Вот, лети-ка. Добывай ко мне железо. Оно мне необходимо. Так, этого за древесиной отправляем дальше. Пускай путешествует. Весночес, отлично. Так, кстати, нам бы весночес... Блин, нет. Думал сначала весночес прокачать, а потом посмотрел, сколько он там приносит. Мало, мало он нам приносит железа. Так, ну что, с этими мы пока разобрались. Буйволорд. Мало ты приносишь, конечно, наград нам. Да и этот тоже мало приносит. Так, что ты тут стоишь? Чешуйка плюс тусклый янтарь. Иди дальше ищи. Так, а ты? Какую-то печатку плюс, опять же, тусклый янтарь. Все, с этими вроде бы разобрались. Так, здесь теперь... Древесина, понятное дело. Так, 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 так. Надо будет этих тоже двух гавриков, мне кажется, прокачать. Так, этот получил у нас левел ап. Ладно, пускай идет дальше прокачиваться, фиг с ним. И вот с этим я хотел, да, разобраться. Я собирался как бы их в ближайшие, в кратчайшие сроки прокачать. Пускай тогда прокачиваются, нам нужно как можно быстрее 115 драконов. 10 штук получить в короткие сроки. Ну что, вроде бы здесь все, сезонный абонемент. Давай-ка мы посмотрим, тут у нас обычные награды. Но, тем не менее, одну мы получим. Окей, давай далее. Так, и смотрим, что нам тут. Ну, понятно, драконьи коряги. Коих и так мало у нас. Здесь блестящий янтарь, одна штука. А больше нет? Не дадите мне? Нет, дают. Где-то у нас каска должна валяться здесь. Найти шлем. Вот у нас шлем. Ну-ка. Я надеюсь, дадут мне рун. 12 штук, было бы неплохо. Ага. 4. Это далеко не 12, конечно. Далеко, он просто сам себе... А, нет, 2 в запасе у нас остаются. Так, ну здесь понятно. На руны, как говорится, не жаден. А копишка дать проблема, да? Кривоклык. Ну тут понятно, тусклый янтарь. Преграда, пускай летят все бесплатно. И Грамгильда. Так, тусклый янтарь, да? Угу. Ну давай глянем, что же нам здесь выпадет. А выпадает наименьшее количество рун. 9 штук всего лишь. И опять я отправляю. Эй, вернись. Вот так вот.
Здесь у нас обычный пак открывается. Душитель, шторморез, шипорез. Угу, кривоклык. Юзаем теперь редкий пак. И, наверное, надо открывать уже бесплатные паки. Так, ну это понятно, монета Удина. Кревет, шторморез, стальной проныра. Это что-то новенькое. Стального проныра у меня еще и не было, я даже не видел таких. Ну что, монеты Удина. Кревет, шепот смерти, громобой защитник. Ну и в принципе тут все. Так, ты не хочешь у нас полетать? Давай-ка он за древесиной слетай. Так, и тебя за рыбой, а ты... А тебя бы прокачать как-то надо. Так, и без зубика нужно отправлять. Так, копья. Остров огнеедов. Пускай летит. Пускай летит. Заберем здесь наградочки. И проверяем, все ли у нас тут нормуль. Вроде бы все на заданиях. Да, все на заданиях, поэтому я могу смело приступать к событию. Фига себе, беззубик в золотой сбруе. Классно смотрится на самом деле. Так, ну что, поехали. Воздушный дозор, значит, у нас тут будут... Ну, награды будут просто паки. Не очень, конечно, меня это радует. Обычные паки — это фигня полная. Я люблю паки, типа, где ресурсы есть, вот такой вот. Так, ну что, с этим сморчком, я думаю, мы быстро сейчас справимся. Две волны ожидает нас. На... Блин, хотел сказать, на тебе, добили, ага. Так, а здесь уже двое. Шторморез плюс ужас. Ну, давай я так сделаю. С пониженной броней сейчас мы его в 3 секундочки разложим. Так, теперь с этим. С этим тоже будет разговор короткий. Кстати, знаешь, что я заметил в последнее время? У нас в последнее время, ребята, пропадает звук, но не вылетает игра. Вот что. Поехали. Крутим колесо, и выпадает нам мало очень древесины. 33 миллиона — это вообще ни о чем. У меня порой дракон даже собирает больше. Но зато мы получаем загадочный пак. И дальше двинемся на поединок, после которого получим 1000 тусклого янтаря. Ну, соответственно, это потенциально один светлый янтарь. Так, не понял, что, повторение что ли у нас тут? Мы же тебя также в первом поединке валили. Первый был душитель, да? Потом у нас ужас. С кем он там был-то? Со шторморезом. Ладно, раздеребаним мы его. Ага. Тут два ужаса плюс... Ну это же змеевик. Это же не стальной капкан. Так, надо, наверное... Ага, я не могу хильнуться. Мне не хватает энергии. Ну что же, придется терпеть унижение этих. Так, уклонение. Попал. Ну слушай, урон не очень большой, поэтому все в пределах допустимого. Давай этого кусанем. Сейчас они опять вдвоем сходят. И, кстати, здесь... Ага, он потратил. Он потратил, но сделал на себя усиление. Что не есть хорошо. Если, например, сделаю так, сможет ли кривоклык его добить? Отлично. Ну что, ужас. Крылатый. По-моему, ты долетался. До свидания. Ну что, очередное колесо, и выпадает нам рыба. Опять же, не очень много, так что не особо мне это радует. И 1000 тусклого янтаря. Так. Раз, два, три. Три поединка еще впереди. Забираем тусклый янтарь. Поехали.
Сейчас мы тут будем разбираться. Ага. Вот такая вот команда. Этот у нас, значит, получается страж. Блин, мне не нравится, он же огненный. Он будет очень сильно бомбить. И этот огненный, они два огненных. Они два огненных. Так, ладно. С одним-то мы сейчас разберемся. Ну, пыхтит. Минус один. Здесь залечиваемся. Да, он страж, поэтому очень тяжело будет разбираться. Но, в принципе, для нас это не проблема. Давай, Барсик, уничтожай его. Ага, тут уже... Блин, вот тут похуже. Тут похуже, ребят, командочка. Хил я пока, наверное, не буду тратить. Водорез бомбит. Пробить бы его. Блин, это сейчас, наверное, пламя сделает. Так я и думал. Так я и думал, поэтому, ребят, подготовился на суперудар именно через отхил. Угу. Значит, запомним, он делает суперудар на трех энергиях. Так, давай-ка я еще, наверное, захиляюсь. Потому что я думаю, что он сейчас опять будет делать свой огненный удар. Так, надо же, Барсика даже и не задело. Просто уклонение пошло. Все. 112 миллионов дерева. Ну, уже получше, конечно. Вот он пак. Забираем. Сразу открывается или нет? Сразу. Ну, тут содержит новичков. Так что шторморез, душитель, ужасное чудовище. И все. Поехали. Осталось два последних поединка, но... Сейчас проходной бой, и в конце уже будет бой с Босяцким. Крылатый ужас. Так, сородич шепота. И змеевик. Я, наверное, начну... Блин. Давай, наверное, так все-таки бомбить. Пробиваем этого чудика. Ой, сейчас что-то будет, ребят. Кто-то сделает суперудар. Ну, естественно, это змеевик. Ха! Он промахнулся, ребят. Он промахнулся, это круто. Ну что же, это очень даже нам на руку сыграло. Блин, я надеюсь, сейчас опять будет бомбить. Только бы Кривоклык не умер. Блин, опасно. Че, грушу, что ли, тратить на него? Блин. Твою налево. Придется, наверное, потратить грушу, ребят. Видишь, если бы это был последний бубой, я бы даже не стал бы заморачиваться. О-хо-хо-хо-хо. Нормально вы тут комбинацию устроили. То есть вы шепота смерти позвали вместе с древорубом. Замечательно. Было бы плохо сейчас у нас Кривоклыку, если бы, ребята, я его не захилял. Поверь мне. Его бы тут раздеребанили в 3 секунды. Так, вот это вот плохой знак. Давай-ка, наверное, сделаем сюда удар. Давай, ладно, кусаем здесь. Ну, злобный змеевик, понятно, бомбит. Древоруб. Все, в Барсика тоже летит. Ну что ж, добили этого, понижаем броню. Ну и, соответственно, начинаем его тут потихонечку-потихонечку истреблять. А он Барсика меня уничтожил, гаденыш. Все. Ну что нам здесь достается? Опять древесина. Ну, почти 200 миллионов. И заключительный поединок. Это у нас босс. Давай смотреть. Кто у нас там, что за босс вообще? Угу. Ну понятно, что начну я с шепота.
Так, раз, два. Интересно, это мой ходит или его? Непонятно пока. Это ходит его, враг, то есть. Блин, ну ладно, хорошо, сделаем так. У него энергии нету, так что волноваться пока не стоит. Уничтожаем. Так, змеевик. Блин, мне бы надо. Давай-ка я, наверное, так сделаю. И вот так. Замечательно. То, что нужно, ребята. То, что я хотел, то и сделал. То есть он потратил суперудар. Теперь бы вот нам хинуться. Блин, успею ли я только? Так, ну что, трать суперудар свой. Все. Мы отхиливаемся по чуть-чуть. В барсика опять же полетит? Нет, не в барсика, ну и слава богу. Так, здесь укус просто и добиваем. Крылатый ужас босяцкий здесь, вот что я тебе скажу. Погнали. Хорошо, что здесь вот эти вот шустрые у нас. По ним у нас усиленный урон идет. Так, а потом кревет. Но он тратит энергию всю, поэтому все, ребята, у нас вот на расслабончике. Бомбим сюда. Сделаем вот так. Укус. Да, твой фаербол уже здесь бесполезен, парень, я тебе скажу. И твои удары тоже нам ничегошеньки не сделают. Ну что, уничтожаем. Да, ребят, событие пройдено. Крутанули колесо и забрали с тобой по минималочке рыбу. Окей. Ну и, конечно же, пак, который содержит элитных. То есть это событие довольно легкое было, но и награды, как ты видишь, тоже такие. Ложовенький, скажем так. Алая плеть. Кривоклык. Что у нас там? А, ну да. Монеты Одина. Шторморез, крылатый ужас, водорез. Чуть-чуть ресурсов. Слушай, а я могу, интересно, сейчас позволить себе купить пак с рыбой? Могу. Я, ребят, покупаю. Отлично, как раз то, что нужно. Где у меня... Вот он. Лети. Тьфу ты, блин, ребят, он за древесину. Ё-моё, не тот пак купил. Ну ладно, давай древесину еще возьмем тогда. Я его хочу отправить, пускай летит. Окей. Так, за деревом он полетел. Че тут заметешил-то? А древоруб нам не нужен. Замечательно. 165 миллионов не хватает. У меня всего лишь 120. Ладно, лети пока за рыбой. Тут тоже не хватает чуть-чуть, чтобы его прокачать. А как эти наши поживают, которые на островках? Ну-ка. Лети. Тренируйся. 67 уровень. 68. Пускай тоже тогда летит, тренируется. Расширить академию. Тут тоже говорят, расширить академию. Так, а эти еще у нас там на островке-то. Вот, ты будешь мне титаном-то становиться или нет? Ать, рядышком почти, ребят. Чутка не хватило, а. Пускай летит дальше. Так, здесь нехваточка. Нюхохват.
А здесь у нас скороход. Ну все, в принципе, что я мог, я сегодня сделал, прошел события. Ближайшее у нас что-нибудь там намечается, хоть не вижу. Так, древесину забрали. Да. Ну что, друзья мои, буду тогда закругляться на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!